Всем привет, с вами сегодня снова Виктория Крокус, и я вам уже рассказывала в видео о новом хранении канцелярии, что я собираюсь приобрести себе маркеры Хамелеон. И вот они мне пришли буквально 3 дня назад, и я их распаковала, но все, как-то не было времени снять видео. Пленочку я еще не снимала, то есть я их еще не пробовала, сейчас хочу впервые с вами вместе попробовать, как же я решила все-таки их заказать. После того, как у меня стало получаться рисовать красивые скетчи, я решила, что я себя за это награжу и куплю себе хорошие маркеры. Вот мои последние 2 скетча, которые я нарисовала совершенно недавно. Ну, 3 давайте еще один покажу. И мне они безумно понравились, и я решила, что я могу себе уже позволить купить такие хорошие Хамелеон. Возможно, с ними мне будет очень приятно работать, они мне понравятся. И вообще также снять для вас обзор, конечно, что немаловажно, так как меня очень давно попросили. Стоили они 7500, благо, что вместе с доставкой. И у меня 22 цвета, да, я хотела купить 50, но это стоило 17 тысяч, у меня пока 17 тысяч, ну, не то что нет, не готова пока отдать за Хамелеоны. Так, насчет производителя сразу скажу, что сделаны они в Англии, и вот такие вот у меня цвета. Также тут есть блендер и, по-моему, лайнер. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Если вы хотите экономить на своих покупках в интернете, я вам всем рекомендую скачать приложение Cashback Service Smarty Sale. Также у них есть сайт. Самые высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинах. Минимальная сумма выплаты отсутствует. И кэшбэк можно вернуть себе на мобильный телефон, на банковскую карту и любой интернет-кошелек. Я им очень давно пользуюсь. И ни одна моя покупка в интернете не обходится без кэшбэк-сервиса. Также вот тут есть AliExpress, он, наверное, самый популярный среди нас всех, потому что там все недорого и очень приятно еще возвращать проценты от покупки. Обязательно переходите по ссылке внизу в описании и скачивайте себе это приложение на телефон, на Android или на iOS и экономьте на покупках. По-русски тут ни слова, как всегда. Самый приятный момент. Очень давно хотела их распаковать. Так, вот, хотела сделать это с вами. Вот здесь вот снизу нужно поддеть, и тогда они откроются. Это самые длинные маркеры, которые только существуют. Так, у них такой вот красивый чехольчик, в котором они хранятся, из такой плотной бумаги. Так вот они открываются. Боже, какие они красивые. На каждом маркере также указан цвет. Они, по-моему, еще по 5 штучек продаются, стоят по 2000, вот 5 штук. Но я решила сразу взять побольше. Что хочу сказать. В каждом цвете, в каждом маркере находится много оттенков. То есть, например, вот этот желтый, и в нем разных 100 разных оттенков желтого. То есть вы можете сами выбрать, какой вам оттенок нужен, за счет того, сколько вы будете держать секунд вот в этой штучке. Я еще сама толком не разобралась, сейчас будем все вместе разбирать. Так, здесь у меня есть синий, сиренево-фиолетовый, ну, все такие самые нужные, есть даже телесные цвета, вот, пастельные, и яркие. Также тут у нас есть сама инструкция на французском, на испанском, на немецком, понятно, все как обычно, на русском ничего нету. Так, вот. Если вы подержите 35 секунд, то у вас будет настолько сильная растяжка цвета от самого светлого до самого яркого. Если подержите 20, то будет совсем немножко. Но все это, конечно, разбираться надо. Это все придет со временем. У них 2 наконечника, пулевидный и обычный остренький. Тут все написано, как что использовать. Никакие раскраски я к ним не покупала, так как я планирую рисовать, а не раскрашивать все-таки. У меня уже улучшился навык, это все заметили, и вы мне тоже об этом писали, огромное вам спасибо. И я решила, что все, хватит раскрасок, если только картины по номерам, теперь я буду рисовать. Так, они все склеены специальным скотчем, чтобы не повредились в процессе доставки. А, еще снизу склеены. Вот насколько длинный один маркер. Как же ими пользоваться? Я даже, если честно, не поняла. Посмотрела несколько обзоров, ничего не поняла, потому что все как-то слишком сложно рассказывают. Сейчас посмотрим, будем учиться. Так, по ходу открываем вот так, держим. Я обязательно ими что-то нарисую, обязательно расскажу о них вам.
поподробнее, потому что я, честно говоря, вообще ничего не понимаю. Так, ну что, будем пробовать? Все оказалось очень легко, главное просто один раз приловчиться, а потом уже будет все само по себе получаться. Так, ну что, пробуем? Очень красивая растяжка цвета, посмотрите. Очень круто, мне понравилось, кстати, очень классно. За счет этих маркеров вам не нужно будет думать про объем, про тени. Эти маркеры будут все, можно сказать, делать за вас. Вам просто самое главное выбрать, откуда будет падать свет, тень, а дальше уже они все сделают за вас. То есть не нужно смешивать много цветов. Так, давайте теперь я вам покажу, объясню, как это все делается. В общем, вот мы получаем такой маркер, потому что я раньше вообще не понимала. Открываем вот эту защиту. Вот, мы открыли. Убираем. Ставим вот так. Пулевидный, например, или другой, неважно с какой стороны, к белому. Они вместе соединяются. Специально для вас все показываю. Вы его так держите, чтобы все туда прошло. Я рассказываю очень подробно, потому что я, например, раньше вообще не понимала, хотя я много-много всего посмотрела. И чем дольше вы так держите, тем будет у вас шире растяжка. То есть это я вам уже показывала, да? Вот 10 секунд, 35 секунд. Ну, мы не будем долго держать. Такой цвет, конечно, очень красивый. Deep Violet. Они у меня будут тоже как вместо маркеров. Прям не терпится уже что-то с ними нарисовать. Так, вот все пошло. Вот такая растяжка. Очень красивые цвета, но я пока не приловчилась, если честно. Я пока так с трудом понимаю, как я смогу ими рисовать, но обязательно я вам буду показывать свои рисунки этими маркерами. И возможно, что мы даже в этом видео что-то нарисуем с вами. Подумаю. Также мне еще положили вот такие вот два цвета. Это обычный блендер для размытия цветов. Можно, кстати, между собой несколько цветов смешивать. Это вообще от вас только зависит. Как хотите, так и делайте. И лайнер. Вот это вот такой широкий, то есть можно будет им рисовать, обводить, писать. И тоненький. Получается 6 мм и 4 мм. Вот, очень красивые цвета. Теперь давайте, наверное, что-то с вами нарисуем. Обязательно пишите в комментариях, как вам эти маркеры, хотите ли вы себе такие же. Я раньше думала, что их прям очень тяжело будет использовать, но нет, я уже научилась и уже, кстати, не так тяжело. Ну, конечно, обычными маркерами мне привычнее, потому что я вот только-только научилась смешивать цвета, что-то рисовать, создавать. Ну, это интересный опыт, и я всегда за новые технологии, за инновации, и именно поэтому они стоят 7500, потому что такого на рынке еще нет, они единственные в своем роде, и очень многие художники просто мечтают их попробовать, и в последнее время они появляются все у большего и большего количества людей. Надеюсь, что они меня не разочаруют. Стержень в камере у вас испортится, то здесь есть запасные, если что, они вот так вот снизу лежат. Я, кстати, их даже не заметила, я думаю, многие, кто купил эти маркеры, даже не подозревал об этом. Итак, самое главное, в чем же плюс этих маркеров, есть ли смысл их покупать? Вы все знаете, что спиртовые маркеры очень дорого стоят, и для того, чтобы нарисовать красивый рисунок, нужно хотя бы как минимум цветов 40, чтобы были разные оттенки. Здесь же, например, вы покупаете вот эту одну упаковку из 22 цветов, и вы получаете намного больше цветов и оттенков, чем в спиртовых маркерах, потому что тут, ну, в каждом цвете, к примеру, 10 оттенков или даже 20. И то есть у вас тут получается не 22 цвета, а 220 цветов. Как бы в этом плане это удобнее, удобнее брать с собой. Вы берете просто эту коробочку, и она весит, наверное, грамм 300, и рисуете себе в удовольствие, каким хотите оттенком. Так, также по поводу, я знаю, что будете спрашивать по поводу, просвечивают ли они или нет. У меня это специальная бумага для маркеров, очень дорогая. Я ее наконец-то купила. Вот, да, они просвечивают, так как это такие же маркеры спиртовые. Они просвечивают в любом случае, и их не нужно покупать для раскрасок, у них специальные раскраски есть вот именно для хамелеонов. Я считаю это глупо. Ну, также обычные маркеры тут тоже очень сильно просвечивают, поэтому, ну, все просвечивает, с этим ничего не сделаешь, это все-таки такой материал, а не какие-то просто фломастеры. Давайте порисуем ими, посмотрим, как они будут себя вести, в принципе, в рисунке.